Всем здравствуйте. Значит, мы занимаемся продажей рукавов для полуавтомата, как и евро, так и не евро, но в данной ситуации идет обычный полуавтомат. Было видео про полуавтомат Штрома. Вот я снял обертку, вот его красивая коробочка. Ссылочку я вам оставлю в описании. Вот. И было также видео, что, например, данный рукав подходит к полуавтомату Edon. Edon, вот у нас тут есть, я тоже показывал это описание. Вот, 210. И так как я говорил, что производство у нас все китайское, значит, такие я был прав. Это все идентично проходит. Вот, данный рукав полностью подходит для замены для полуавтомата Штрома. Что мы видим? Самый центральный вход. Входит, как всегда, двигатель для подачи проволоки, вот он с этой стороны. Вот именно вот сюда вот входит центральная часть всего этого кабеля, рукава. Выходит оно во внутренней части, для этого приходится раскрутить корпус. Ну, есть небольшие отличия, например, скажем, у полуавтомата Edon'а. Сами маленькие проводки подходят вот так вот, просто оголенно. Здесь улучшили они эту версию. Эта версия подходит, вот она уже, по-моему, изолирована. И вот два проводка, они здесь идут вместе. Как я уже и говорил при разборке, смотрите внимательно и засовывайте туда, откуда вышло. Вот, силовой кабель, он идет. Это вот этот кабель, вот силовой, вот он. Выходит это для того, чтобы менять полюсовку, он с торца этого полуавтомата. Вот данный кабель выходит с той стороны. Ну, совершенно вот эта вот пружина, по которой идет проволока, а также она заходит в двигатель. Эта пружинка заходит в этот двигатель. Также двигателя даже полностью идентичны предыдущему. Но этот совсем, по-моему, удешевлен, потому что вот здесь вот хотя бы пружинку поставили. Здесь совсем вот что-то такое непонятное. Какая-то трубочка, скажем так. Потом поставлены на место. Вот. Есть в продаже такие двигатели для подачи проволоки. Что хотелось рассказать. Мы очень много сталкивались, опять же, о кнопочках важно. Вот здесь вот стоит кнопочка, даже очень хорошо видно, 25 ампер. Сейчас я попытаюсь развернуть, чтобы навелся фокус. Изнутри вот, секундочку, вот оператор понесу. Вот здесь вот 25 ампер, если вам видно. Внутри вот здесь она находится. Ну, в общем, данная кнопочка 25 амперная. Ни в коем случае не ставим 16 амперную, ставим 25 амперную. Вот, они 25 амперные идут для того, чтобы, ну, скажем, вы больше не засовывали сюда ерунду всякую, потому что она быстро сломается. Так, в принципе, когда я, получается, самое главное вам рассказал по расходнику. Такие рукава практически везде они взаимозаменяемые. Тут я уже показал, они заменяемые. Помним о кнопочках. Наличие двигателей по протяжке. Он идет в пластике, они, я говорю, тоже идентичные. На 90% модели они подходят. Поэтому я редко видел, чтобы они не совпадали. Кому понравилось, ставьте лайки. Всем удачного дня. До свидания.